Одна из целей рабочего визита делегации Челябинской области в Луганскую Народную Республику – передача учебной и научно-юридической литературы Юридического института Южноуральского государственного университета Луганскому государственному университету имени Владимира Даля. В состав вошли депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от Челябинской области Дмитрий Вяткин, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от Челябинской области, доцент кафедры экономическая теория, региональная экономика, государственная и муниципальная управление ЮРГУ Владимир Павлов, исполняющий обязанности проректора по молодежной политике и социальным вопросам Южноуральского государственного университета Антон Мануилов. Очень много общего между нашими университетами. И, конечно, вот коллеги, особенно в новых регионах, имеется в виду коллеги из образовательной сферы, они рады любой всевозможной всесторонней помощи, которую могут оказать образовательные учреждения высшего образования. И наш университет действительно имеет необходимую базу, имеет необходимую опыт для того, чтобы вот такую помощь оказывать. Поэтому, безусловно, на мой взгляд, это очень важный этап в развитии как раз-таки нашего университета, что вот мы со своей стороны будем, уже оказываем и будем дальше оказывать такую поддержку нашим коллегам из Луганска. А от них мы, конечно же, тоже ждем участия в наших мероприятиях. Мы будем рады визиту студентов из Луганского государственного университета в наш университет. Вторая цель визита – обсуждение возможных совместных направлений для сотрудничества в образовательной, научно-исследовательских сферах и сфере молодежной политики. Действительно, у нас очень много общего между нашими двумя вузами, очень много совместных точек пересечения. И вот мы договорились, что наметим совместные проекты как раз-таки вот в этих вот областях взаимодействия и в перспективе даже, может быть, заключим совместное соглашение о взаимодействии между нашими университетами. Инициатором визита выступил ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер и директор юридического института ЮРГУ Елена Титова. По окончании встречи Луганский государственный университет имени Владимира Даля вручил Южноуральскому государственному университету книгу «Путь длиной в век».